Сегодня для вас бисквитный торт с заварным кремом и голубикой. Удивительно легкий, нежный и вкусный десерт. Он просто тает во рту. 6 яиц разделить на белки и желтки. К желткам добавить соль, сахар, ванилин и взбить до пышной массы. Смешать рисовую и миндальную муку и добавить к желткам. Перемешать миксером на низких оборотах. Отдельно взбить белки до крепких пиков и аккуратно вмешать к желтковой массе в 3 захода. Тесто вылить в форму с пергаментом и отправить в духовку на 30 минут. Готовый бисквит охладить на решетке и разрезать вдоль на 2 части. Готовим заварной крем. Подогреваем молоко, в другую кастрюлю отправляем желтки, сахар, ванилин и перемешиваем венчиком. Добавляем кукурузный крахмал и вливаем тонкой струйкой горячее молоко, при этом активно мешая венчиком. Даем крему остыть под пищевой пленкой. К остывшему крему добавляем мягкое сливочное масло и взбиваем миксером до гладкости. В свежей голубике добавляем сахар, крахмал, сок лимона, 2 столовые ложки воды, перемешиваем. Затем нагреваем на плите до загустения и оставляем остывать под пищевой пленкой. Собираем торт, на тарелку кладем бисквит, затем слой ягодного соуса, далее слой крема, потом второй бисквит и слой крема и украшаем ягодами голубики. Убираем в холодильник для стабилизации. Торт с голубикой не только вкусный, но и полезный, ведь в голубике много витаминов, а сам торт состоит из бисквита без глютена. Консистенция торта очень нежная и мягкая. Любое чаепитие с ним не будет скучным. Советую приготовить. Приятного аппетита!